В целом, мое представление по этой теме складывается следующим образом. Плановая экономика – это вообще не совсем про расчеты. Посчитать правильно можно, и это небольшая проблема, потому что сегодня мы видим, как и рыночные корпорации, транснациональные компании используют механизмы плановой экономики и делают это достаточно успешно. И более того, они еще более централизованы и еще более такие вот, ну скажем так вот, авторитарны в своем планировании, чем это был даже Госплан. Однако вопрос не в том, как посчитать, а вопрос, в чьих интересах посчитать. Кто будет принимать решение о, там, предположим, реализации того или иного проекта, в чьих интересах он будет реализован, каких социальных групп, ну, сколько нужно гвоздей для строительства заправки, ну, или там шурупов, или пластмассы, посчитать несложно. И сколько для этого должны произвести другие отрасли. Вопрос, нужна ли эта заправка вообще, а может быть здесь нужен детский сад, или может быть просто клумбу оставить. Нужен ли парк или достаточно поставить одну скамейку. И это вопросы, которые должны решаться вовсе не технократическим путем. Поэтому тут в вопросе прозвучала фамилия Вассермана. Я в этом плане не очень поддерживаю его позицию. Он, по-моему, очень технократически подходит к плановой экономике. Известный его тезис о том, что в скором времени появится суперкомпьютер, который все отлично посчитает, и вот тогда настанет социализм, ну, если я правильно его перефразировал. Мне кажется, это все-таки не совсем правильно. Дело не в том, как считать, а дело в том, для кого считать, и кто будет принимать решение о том, что вообще надо считать. То есть вместе с развитием эконометрических инструментов, больших данных и подобных вещей, необходимо обязательно развитие и вот этого, того, что сегодня принято называть институтами гражданского общества. Не нравится мне это понятие, однако все понимают, что в него входит. Это политическая активность, это политическая субъектность, это солидарность, это классовая борьба, это все те социальные институты, которые мы с вами пропагандируем, за которые боремся. И без них никакой плановой экономики эффективной не получится.